Итак, друзья, хорошая погода сегодня. Конец мая подходит. Решили мы, проверяю, развиваю. Маточники были тут у меня. Была молодая матка, немного пчел отставил, типа нуклеуса для спаривания матки. Вперед я смотрел, была она неплотная. Сейчас хочу посмотреть, как она оплодотворилась, спарилась в чине. Ну, сейчас посмотрим, друзья. Это короткое видео, чтобы посмотреть нам маленькие процессы работы на пасеке. Немножко тут накрыл. Вот, видите, три рамочки у меня стоит. Разделительная это самая доска у меня стоит здесь. Но я смотрю, доска чуть-чуть отодвинута была. И они даже лапшу на ней потянули. Значит, у них хорошо развитие. Вот, посмотрите, доска, и они лапшу потянули на пластику. Пластик не хотят тянуть, а лапшу потянули. Видите? Это говорит о чем? Что у них промежуток есть, можно уже подсунуть это самое, ващинку сюда или сот подвинуть. Ну, почему-то они решили это поправить. Вот, смотрим, что у нас тут творится. Вот, посмотрим внимательно. Раз потянули, значит, есть пыльца, медок. Вот, пыльца, медок уже, это хорошая рамочка. И с этой стороны трутень бегает, пыльца. Пыльца, медово-перговая рамочка, как говорится. Так, смотрим дальше. Пчела спокойная. Раз пчела спокойная, значит, по идее, должно быть все хорошо. Ну, температура повышенная. О, смотрим, расплод. Уже и печатный. Замечательно, значится. Смотрите, небольшой отводочек. А уже поработал хорошо. А вот смотрите, даже червячки видно, все нормально. Так где же эта ж маточка? Червячков видно, и уже сверху он две запечатали, 3-4 запечатано сверху. Прекрасно. Значит, эту семью можно усиливать, и будет все хорошо. Вот, смотрим следующую рамочку. Что-то я не вижу матки. Посмотрим, где матка. Засел. Есть яички. С этого края. Куда ж наделась? Яички хорошие. Все нормально. А вот она бегает, крашеная. Видите? Молодая. Вот она, вот она, вот она. Видите, побежала. О, хорошая, молоденькая маточка, я ее покрасил уже, и она видно сразу. Старается на всю катушку, вот и с этой стороны подсеяла, и там под медом. Пчелы не густо, но она уже одну рамку загнала, так сказать. Ну что, скажем, прекрасное развитие отводка, годится. Семья уже, отводок практически готовы. Добавить сюда можно расплоду. Печатного имеется в виду расплода, потому что матка сеет. В таких случаях годится печатный расплод на выходе. Вот эту лапшу мы, конечно, уберем. Они не хотят на пластике почему-то тянуть. И вот пластик оттягивать, а тянут лапшу. Вот. Лапшу тянут, она просто, это мне пластик я поставил для как загородка, понимаете, для ограничения возможности и тепла. Вот. Ну хорошо, попозже я, значит, подсуну сюда рамочку. А на сегодня подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Удачи вам, до встречи.